В мешке 24 килограмма гвоздей. Имея только весы без стрелки, научитесь отмерить 9 килограммов гвоздей. Да. Если у нас бесконечные вешалки... Ну, не бесконечные, но все-таки не слишком... Но сколько надо, да. Да, 24 делю пополам. Получается 12-12. Ну, как делить пополам? То есть просто берешь гвозди и так их раскидываешь более-менее поровну и добиваешься равновесия чашек. Да, дальше. Это можно. 24 разделил пополам. 12-12. Одну кучку из 12 я убираю в сторону. Да. А другую кучку из 12 опять делю пополам. Получается 6 и 6. Отлично. Дальше одну шестерку я уже кладу туда, где мне нужно будет это 9 килограмм. А другую... Ну, то есть это уже входит в ответ. Да. А другую я делю пополам, получается 3. А 3 плюс 6 – 9. Согласна? То есть берем 24, пополам 12 – 12, 12 пополам 6 – 6, 6 пополам 3 – 3, а 6 и 3 дают нам как раз 9. Отлично.